Приветствую, друзья. Я вам сейчас скажу прекрасную идею. Запомните, пожалуйста, перед сном загрузите себя сонмом конкурирующих вопросов, различных волнующих задач. А потом, когда вы будете спать и проснетесь, сразу на телефон в память запишите возникшие идеи. Это и будет озарение по заказу. Это я вычислил, как это делать. Это изобретение такое интеллектуальное, очень важное для всех и каждого. И будете озаряться по заказу. Это очень просто на самом деле. Только не забудьте одну вещь. Когда будете загружать себя осознанными, волнующими вопросами и задачами перед сном, ну, их как бы себе пропишите, хотите в телефон запишите, наговорите. А потом, когда проснетесь, сразу запишите возникшие идеи, но не забудьте добавить одну задачу. Как помочь людям, всему человечеству? Это важно, чтобы расширить масштаб мышления и чтобы освободиться от комплексов, штампов и стереотипов и подражания авторитетам, сразу выйти на высокий уровень. Из этой задействованности. И вы увидите, что произойдет. И напишите мне, пожалуйста, в комментах. И таким образом мы создаем вместе с вами выдающееся изобретение. Пересмотрите этот ролик пару раз, чтобы не забыть детали. Первый пункт и второй пункт. До встречи, друзья.